Смятый капот, сработавшие подушки безопасности, рассыпанные по салону детали интерьера, два занятых места на стоянке у здания ГИБДД и несколько больничных коек на Маслихе. Таков итог аварии, которая произошла на минувшей неделе на перекрестке улиц Советской и проспекта Музрукова. Водитель автомашины Fiat Albea при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество движения автомашине Равон, это преемник УСДЭО, под управлением водителя 86 года рождения, и совершил с ним столкновение. После удара своим ходом машины двигаться уже не могли. Не обошлось и без пострадавших. Одна из пассажирок «Фиата» попала в реанимационное отделение. 4-летний ребенок и пассажир машины «Равон» с различными травмами были госпитализированы в травматологию. На этой же неделе на больничной койке оказалась и женщина, управлявшая «Фольксвагеном», который на большой коммунальной дороге столкнулся с бетоновозом. Водитель автомашины «МАЗ» при повороте налево на перекрестке дорог «Большая коммунальная» и «Малая коммунальная» не представил преимущество движения в автомашине Volkswagen Passat под управлением женщины, которая двигалась во встречном направлении, и совершил с ней столкновение. По словам представителей дорожной полиции, в первом и во втором случае причиной аварии стал человеческий фактор – невнимательность водителей. На данный момент по этим двум ДТП открыто административное расследование, а полицейским предстоит выяснить степень вины водителей всех автомашин. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.